АТ-1. Неповоротливая, неуклюжая херня. В общем, предназначена типа для истребления танков. Но по идее должна стрелять только издалека. Издалека она ни хрена не попадает. А сблизи любой какой-нибудь быстрый танк вокруг нее кругаля нахерачивает. Она не успевает разворачиваться. И он ее тупо выносит. Вообще легкая добыча очень. Я сам наслаждаюсь выносить такие танчики. Можно очень мощную пушку поставить, 76-миллиметровую. Но опять же, учитывая, что из нее особо не попадешь, не особо поэтому катит. Хотя иногда, конечно, получалось очень неплохо на ней зажигать. Выстрелы нет, чувака, выстрелы нет. Но так получается от них не каждый раз. А в общем, на ней достаточно хреново воевать. Вперед не пойдешь, потому что, ну, понятно почему. Башня не крутится, хер кого вынесешь.